Сажусь на мотоцикл. Вперед, я догоню. Держитесь, я поведу. Готовы? Открыть огонь. Вас понял. Это мой шанс. Атакую. Дерьмо. Ферме Атойо. Среди боевиков много бывших военных. Стрелять зряче. Если Амару попадет под шальную пулю, операция цареубийцы провалится еще до начала. Ну, пошли. Вижу цель. Рядом местный. Похоже, их рассердили. А черт, нас заметили. Ты ж, блядь, клятву Гиппократа давал, ты. Да ладно, я... Что-что? А, я услышал, Нет, да ладно, ты что делал. Скоро я быстро приехал, да? Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Ni la vieja ni todos los... Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Эти припасы подымут наш авторитет среди повстанцев. Ну, это мое, конечно, мнение. Смотри, как хочешь. А, на час только?
Ну понятно, ладно, да. Аня, привет, давай. Хай макароны варит, блин. Давай. Отделка тоже, ну есть, Андрей говорит, на этом, на плюшке каталась на море, да, то ли об волну разбилась, что-то такое, короче, то Италия, типа, кто есть на пляже медик, типа, помогли. Я же Андрею говорю, ты же, блядь, медик. Я за штурвал. Андрей говорит, да нахер оно надо, я бы пошел, я не знаю. Дали бы мне поручить. Да там знаю сколько таких. Эй, как дела? Ну, чаица куряний, курячий лад. Да, к вашим друзьям. Так, пока Тари заключил сделку с проклятыми Янки, молодой дурак. Обсудите это с ним, сеньор. Ну иди. Смотрите, оружейный ящик. Любка. Класс. Самурзик. Да я понимаю, ну так. Санта-Бланка не самая привлекательная хозяйка. Меня тошнило от разговоров о любви, которые вели эти дьяволы. Но вот методы допроса у них. Это были методы. Юрий и Полито? Да, Юрий и Полито. Эти ублюдки пытали Сандовали, когда мечтатель его допрашивал. Я хочу найти их. Когда освободили Амару, видели только простых бандитов.
Но я не видел Юрия и Полита вот уже дня 3 или 4. Не знаю, где они. Надо узнать больше. Мы обыщем каждую деревню и каждый лагерь. Кто-то должен что-то знать. Поройтесь в компьютерах, опросите вражеских офицеров и гражданских. Что угодно. Будем искать везде. Внимание! Сейчас придет файл Боумен о Юрии Полито. Это сводка по Юрии Полито. В системе безопасности Санта-Бланки им отведена ключевая роль. Не забудьте ознакомиться с отчетом Боумена об их иерархии. За безопасность отвечает некто Кирпич. Телохранитель и друг детства мечтателя. Чума, младший брат Кирпича. Злобный говнюк. Крайне активен в соцсетях. Шеф головореза в картеле. Охота началась. Нам нужен мечтатель, и мы должны добраться до него через подчиненных. Цель номер один – Юрий Полито. Ищем, выслеживаем и ликвидируем. Нам одна линия по Казари. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Hola, компадре. У меня проблема в Итаква. А Боумен говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела Юрия и Полито подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катари. Просто скажи, что тебе нужно. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос. Теперь мы Баку Катари подчиняемся? Катари нужен этот конвой. Отдадим его ему. Чем больше он зависит от нас, тем больше мы можем получить взамен.
аккуратнее. В квадрате гражданских. Видим цель, вокруг много гражданских. Ю, боец картеля. Вон там, у свалки. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Боевая готовность. Заметил еще одну цель. Враг готов. Вижу цель, но рядом гражданские. Они знают, что мы здесь. Осторожно. Они идут. Что будем делать, босс? Вижу оружейный ящик. Лагерь успокаивается. Они думают, что мы ушли. Черт, чуть не застукали. Вижу кучу боевиков. Где ты его видишь? Прямо у груды покрышек. Они начеку.
que chingamos esperas? A partir de la madre con todo. Vamos, les estén manda, disparen. Ясно. Выдвигаюсь. Жду распоряжений, босс. Огонь по готовности! Сюда. Какой у нас план? Подойдет к моим ботинкам. Здесь все. Эти уроды такие неуклюжие. Нашли гараж, где стоит спортивный автомобиль Полита. Захватим его, получим его GPS. Может, он расскажет нам, где Полита с подружкой. По этим данным, транспортный самолет картеля стоит на аэродроме. Скорее всего, оружие и боеприпасы или медикаменты. Что бы там ни было, оно пригодится повстанцам. Как по мне, это соблазнительно. Хочешь угнать самолет?
болтается. Не знаю, любимый. Часов 12. Живой еще? Посмотри, дышит? А, смотри-ка. Уже умер. Похоже, насмерть задохнулся. Гляди, какой стояк. Вот срать, говорю же, накидка слишком тугая. Вот это эрекция. Сниму-ка я ему штаны. Юрий. Ай, ты что, ревнуешь к мертвецу? Да что за дела, Юрий? Ого! Хер этого покойника адски воняет. И за гигиеной он явно не следил. Но черт побери, как сарделька замотанная в собачью волосню. Да помоги ты мне его срезать. Или как если кто очистил банан, покрыл его карамелью, а ты драк? В окрестностях есть враги. В парикмахерской. Юрий, завязывай. О, уже опадает. Теперь похож на тукана, который не брился целый месяц. Любимая, прошу. Появился один с пистолетами и пулеметами. Мы растревожили осиное гнездо. Здесь нужно найти важные данные. По-моему, это все. Движение Катари на грани провала. Поможем ему обратить течение вспять, сможем рассчитывать на его поддержку в будущем. Поехали. Привет. У нас тут мертвое тело и группа штатских. Похоже, картель заводит друзей. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Вас понял. Yeah.
Я тут, покатили. Огонь. Вас понял. Грузовик, веду огонь по мудакам. Похоже, парни из единства хотят пострелять. Черт, нас заметили. Эскорт уничтожен. Лейтенант убегает. Скорее в укрытие! Уходи оттуда! На трассе движения. Похоже, автоколонны единства. Вижу солдат и радиостанцию. Можно уничтожить автоколонну, а радиоаппаратуру отдать повстанцам. Радиофургон захвачен. Люди Катари скоро должны забрать его. Внимание, здесь Санта-Бланка. Ясно. Выхожу. Да. Нет его. Валим отсюда, пока не рвануло. Домой пришел, на такси сел и все. Ничего страшного, деньги есть. Не, да я что, больной человек, я не знаю. Пак, это Намат. Конвой захвачен. Грация, амиго. Моим людям пригодятся эти припасы. Мои люди ищут Юрия и Полита, но ты пока можешь сделать еще кое-что. Я подготовил обращение к народу Боливии. Это призыв к оружию. Передача пойдет из Итакуа. Санта-Бланка тут же отправит бойцов, чтобы прервать передачу. В этом все дело. Мне нужны надежные люди, чтобы охранять радиоантенну, пока идет передача. Ладно, Катари, сделаем. Да, я в час буду уходить в работу. Все живы? Черт, обожаю эту работу.
враги совсем рядом. Понеслась. Эй, закончили. Блять, да ты же меня сама втирала, я там знаю. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. А, ну где-то так, да. Маршруткой, мама. Конечно. Так, конечно, мы поправы. А кто говном воняет туда? Иду на позицию. Замечен капитан. Все готово. Жду указаний. Ясно. Выхожу. Жду сигнала. Этот допрыгался. Открывая огонь по этим гадам. Осколочная. Осколочная. Получай. Да кого? Я там не знаю никого. Что ты пристала уже? Чисто. Ребята, как вы? Будем добывать разведданные. Я знаю, что я не гулял на свадьбе. Какой я ей, брат? Ну, я у тебя это и спрашиваю. Похоже на координаты одной из антенн картеля. Отключи меня. Паку Катари наглости не занимать. У него этого не отнимешь. Дай руку, по локоть откусит. Если он выведет нас на Юрия Полита, дело того стоит. Вперед. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Ой, не, мне лучше конечно подать.
Огонь! Вас понял. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Принято. Вступаю в бой. Мы их спугнули. Они знают, что мы здесь. Готовы? Открыть огонь. Вас понял. Сука, мать твою! Готовы? Огонь, огонь, огонь! Принято. Стреляю. Проклятие! Окапывайтесь, когда передача пойдет в эфир, картель нанесет удар. Передатчики еле дышат. Сука, мать твою! Черт, газ потерян, рядом с дырой по крыше. Вот
Кстати, против. Ник, будьте начеку. Где наши проблемы из-за Санта-Клана? Мы растревожили осиное гнездо. Вступаю в бой. Присоединяйтесь к нам, братья. И мы решим все проблемы. А партнеры нормально к устолу. Вам уже съели все банда, не парит! Передатчик дохнет на глазах. Эй, передатчик поврежден. Укрутый покрышек. Потери! Компадре, есть человек, который знает, где Юрий Ипполито. Я слушаю. Одному из моих людей удалось бежать в деревню под названием Культа. Местные жители не выдали его картелю, а спрятали. Черт побери, вот это храбрость. В ответ Санта-Бланка сожгла дома и казнила всех местных. Черт. Мой человек еще жив. Возможно, они собираются убить его более мучительным способом. Ясно. Отправляемся в Культу. Казалось, хреново было в Ираке. Картель, вот реальное зло. Готовы? Открыть огонь! Принято. Одним врагом меньше. Либо я уйду отсюда с ответами, либо с твоими ушами. Выбирай. Ладно, ладно. Я вот про что слышал.